Полицейский спас подавившегося виноградом трехлетнего малыша. Инцидент произошел в Акушинском районе Дагестана. Благодаря быстрым и слаженным действиям Мугумы Ильясова удалось сохранить мальчику жизнь. Подробности благородного поступка у Патимат Ханаповой. Это сегодня мы улыбаемся, а тогда нам было не до улыбки. У нас был такой шок. Это бабушка и дедушка спасенного трехлетнего мальчика. В тот день ребенок гостил здесь. Неожиданно для них малыш неудачно проглотил винограды и начал задыхаться. Женщина вместе с мужем пытались извлечь ягоду, однако все оказалось безуспешно. Внезапно, значит, начал плакать и вздыхать. Я побежал, схватил его, уложил на табуретку и начал, что я знаю, бит по спине, по шею, затылок, ну никак дыхание не идет, не получается. Так и было решено позвать подмогу. По счастливой случайности рядом оказался сотрудник полиции Мугума Ильясов, чьи умелые действия практически спасли жизнь ребенку. Держал одной рукой за пояс, держал его, второй рукой, ну, уже голова уже у него почти что свисла. Руки свисли. Ну, снять начал ребенок. И когда бежал в больницу, пристукивал этой рукой, короче, грудь. Боялся и сильно ударить тоже боялся. И как думал, может, выйдет, может, как-то чем-то поможет. Когда во двор больницы зашел, это время заплакал ребенок. Уже в больнице Мугума передал малыша врачам. После осмотра медики признались, мальчик чудом остался жив. Вовремя оказанная помощь сохранила жизнь ребенку. Его прибежал, привел вовремя. Уже это была как косточка от винограда, она была уделена. Ребенок был спасен. Если бы, конечно, не вовремя не обратился бы, не вовремя не пришел бы, у ребенка была бы асфиксия, клиническая смерть. Родители мальчика, которые в это время находились на работе, безмерно признательны полицейскому, а бабушка с дедушкой со слезами на глазах не устают произносить слова благодарности. Мугуму Ильясова в семье маленького дагестанца теперь считают родным человеком и всегда рады видеть его в своем доме. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, новости ННТ, Акушинский район.